Всем огромный привет, друзья! Меня зовут Оля, и в сегодняшнем видео мы сделаем с вами декоративное пасхальное яйцо. Будем использовать атласные ленты, бусы, глиттерный фоамира. Ну а начнем мы с вами с сапожек. Для этого я беру втулку от фольги или пищевой пленки диаметром 2,5 см, отрезаю 2,5 сантиметра, используя канцелярский нож. Это будет наш сапожок. И еще нам нужно будет отрезок 2 сантиметра. Это будет носочек. После этого я отрезаю на глаз, но размер где-то около сантиметра. Это то место, которое мы будем склеивать. Наношу клей. И приклеиваю это на столе, для того, чтобы носочек не задирался кверху. После этого нам нужно сделать подошву. На кусочки картона я обвожу подошву, вырезаю. И для того, чтобы удобно было приклеивать, я наношу клей на нашу заготовку, импровизированный сапожек, приклеиваю подошву нашу и сразу убираю лишний выглядывающий клей. Немножечко подрезаю, так чтобы у нас все было ровно. И теперь задекорируем сам сапожек. Я беру ленту атласную шириной 5 см и начинаю приклеивать, начиная сзади. Наношу клей по нижней поверхности сапога и по контуру приклеиваю ленту. Ленту приклеила и немножечко завожу внахлёст ленту, отрезаю, но не приклеиваю. Не забываем опаливать нашу ленту. После этого я разворачиваю сапожок, наношу на верхнюю часть сапога капельку клея и приклеиваю ленту. После этого делаю небольшие защипчики или загибы и склеиваю их к середине. После этого уже наношу клей сзади сапога, для того, чтобы приклеить ленту. Задний сапожок склеили, теперь наношу клей внутри, наношу на нашу втулку клей и сворачиваю все вовнутрь и подклеиваю ленту. Теперь задекорируем все наши швы. Я беру ленту 0,5 сантиметра шириной, наношу клей и декорирую задний шов. После этого начинаю декорировать нижний край сапога. Декорирую тоже этой же лентой. Начинаю сзади подклеивать. Так как у меня лента довольно тоненькая и просвечивается, я фиксирую клеем в нескольких местах. Теперь я делаю небольшой бантик из этой же ленты и приклеиваю его в том месте, где мы делали защипчики на переднем крае сапога. Тем самым декорируем сапожек. Сапожек наш готов. Теперь сделаем ножки. Я беру деревянную шпажку, отмеряю длину 12 сантиметров. Затем наливаю клей в сам сапожек
и вклеиваю шпажку. Держу ее до полного высыхания клея. После того, как клей высох, я беру синтепон, распределяю по всей поверхности сапога, вклеиваю, вливаю еще клей. Это даст нам дополнительную устойчивость сапогам. Сапог не будет такой легенький. Добавляю еще немного синтепона. И наши сапожки готовы. Теперь само яйцо. Яйцо у меня пенопластовое, длиной 10 сантиметров и шириной 5 сантиметров. Я сразу же прокалываю и вдеваю сапожки. Делаю немножечко второй сапожок под наклоном наискосок для того, чтобы придать кокетливость нашему яйцу. Вот таким образом получается выглядит наше яйцо. И теперь задекорируем само яйцо. Беру ту же атласную ленту и начинаю сверху. Наношу капельку клея на середину яйца, сверху. Начинаю обязательно сверху. Затем продеваю ее к низу между нашими ножками. Тоже фиксирую капелькой клея. И заканчиваю опять же сверху, опаливаю ленту и фиксирую клеем. Так проделываем со всем яйцом. Ленту я стараюсь приклеивать немного в натяг, для того, чтобы она не сбегала и не уползала никуда. Обязательно фиксирую внизу и сверху. И не забываю опаливать ее, для того, чтобы ничего у нас не распушилось. Я для своего яйца выбрала нежные оттенки, голубой и розовый цвет. Вы же выбираете те цвета, которые нравятся вам. И теперь сделаем юбочку нашему яйцу, тем самым задекорируем нижнюю его часть. Из органзы я нарезала квадратики размером 3 на 3 сантиметра и склеила их, сложив четверо. Таким образом у нас получились треугольнички. Я не считала, сколько у меня получилось наших этих треугольничков. Будете делать и смотрите по тому, какую юбочку вы хотите сделать, попышней или наоборот поскромней. У меня получилось всего 2 ряда наших треугольничков, и юбка у меня получилась не очень пышная. Ну и после того, как приклеили все наши треугольные декоративные юбочки, мы сделаем теперь шляпку нашей барышни. Делать это мы будем из глиттерного фоамирана. Я вырезаю круг диаметром 5 сантиметров. После этого отрезаю полоску шириной около сантиметра и произвольной длины. Смотрите, опять же, по тому, какую вы хотите. Склеиваю стык в стык, наношу клей очень аккуратно, чтобы он нигде не выглядывал. У меня получился диаметр 3 сантиметра.
Затем я приклеиваю наш кружочек к шляпке, вернее, к основанию шляпки. И теперь сделаем верхний край шляпки. Я стараюсь вырезать ровный круг диаметром 3 сантиметра, как уже говорила. Вырезала и тоже подклеиваю. Наношу клей на саму шляпку. Стараюсь сделать это очень аккуратно. Подклеиваю. Ну и потом лишнее, если у вас что-то осталось, аккуратненько срезаю по диаметру. Шляпку я приклеиваю немножечко на бок. Таким образом мы декорируем верхний край яйца, и наши все места склейки не видны. Теперь задекорируем ту часть наших треугольничков, которые мы подклеивали. Я беру бусы, они у меня сделаны под жемчуг, и приклеиваю по диаметру всей юбки. Фиксирую в нескольких местах. Вы же можете брать все, что угодно. Какую-то декоративную ленту, атласную ленту, кружево можно брать. После того, как я подклеила свои бусы, у меня место склейки осталось заметным и некрасиво смотрелось. Я решила еще задекорировать цветами из фоамирана. Срезаю проволоку, наношу клей и подклеиваю еще 3 розочки. Вместо роз также можно добавить какие-то крупные бусины, бантики. В общем, все то, что пожелаете вы. И на этом у нас готово наше яйцо. Я думаю, что такое изделие отлично дополнит праздничный стол в праздник Светлой Пасхи, подойдет в качестве подарка, ну или если вам нужно сделать подделку с ребенком в школу или в садик. Я надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми быть в курсе всех моих видео. Всем пока-пока!